лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Над городом нашим вернувшийся вестник, как солнечный ангел, Благовещенский крест. И снова в соборе дары на престоле, и в каждой иконе небесная весть, весенняя радость на крыле Гавриила. И звуки надежды парят в куполах, и вечная память, как сильное пламя, и вера святая огнем на крестах, живая молитва, как голос иконы, народ православный. Священный народ, Кирилл и Мефодий, Кирилл и Мефодий, любовью Господней, любовью Господней, прославили слово, достигли высот. Великая радость на крыле Гавриила, и колокол жизни зовет в небеса. И вечная память, как сильное пламя, и вера святая огнем на крестах. Над городом нашим вернувшийся вестник, как ангел-хранитель, Благовещенский крест. В воскресшем соборе дары на престоле, и сердце согрело весенняя весть, священная радость на крыле Гавриила. И солнечный купол царит в небесах, и вечная память, как сильное пламя, и вера святая огнем на крестах. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях дуэт прекрасных людей, дружеское сотворчество. Из Воронежа. Из города Воронежа приехали в Петербург. И милостиво согласились поучаствовать в нашей передаче. Сергей Гребенников и Анна Митт. Здравствуйте, да. Здравствуйте, отец Анатолий. Мы рады встрече с вами. Ждали, торопились к вам. И позвольте вам вручить свою книгу и творческий подарок. Книга моих песен, стихов «Душа любить обречена». «Душа любить обречена» – это что, строчки из стихотворения? Да. Душа не молит и не просит. Ей все в страдании дано. Ей ангел милостыню носит на хлеб насущный и вино.
Душа не молит и не просит, она любить обречена. И как заснеженная осень под белизной обнажена, душа не молит и не просит. Нескромный жест она поет, и словом заполняя пропасть, таинственно идет, идет. Спаси Господи. Я вижу, тут вас напутствовала поэтесса. Я тоже уважаю очень Римма Казакова. Да, мы познакомились с Риммой Казаковой много лет назад, и она меня пригласила в Союз писателей Москвы. Я стал членом Союза писателей Москвы. И в этой книге «Вступительное слово», и даже были совместные концерты с Риммой Казаковой. Жаль, что такой человек ушел, но мы знаем, что у Бога все живы. Расскажите немного о себе, о вашем дуэте. Как вы встретились? Анна Мид, живая скрипка и вокал. У нас есть совместные песни, совместный альбом, есть даже музыкальный альбом «Живая весть». Анна Мид, скрипка, поет мои песни. Но как встретились, может быть, Анна скажет. Да, спасибо за вопрос. На самом деле этот вопрос задают многие. Вы уже выучили. Да, зрители после наших концертов. Но я могу с уверенностью сказать, что нас свел Бог. В одной палате в больнице, в онкологической, у меня лежал папа, у Сергея лежал дядя. Mm-hmm. Вот они общались между собой. Дядя говорил, у меня такой есть племянник, такой племянник. А папа, у меня вот дочка-скрипачка. И вот наши родственники познакомили нас в больнице, в одной палате. Mm-hmm. Так вот, своей болезнью. А вы тогда творчество у вас было, да? Вы занимались чем-то? Ну, я профессиональная музыкант, закончила в Воронеже спецшколу, академию, то есть скрипкой занималась. А да. Вот ну, такое авторское исполнительство есть у вас? Только песни Сергея. Да? Только вместе поем. И еще вот сейчас я пою тоже песни Сергея Крепенникова. На фестивалях участвовала, «Ковчег» в Воронеже. Да? Да. Ну, немного. Я хотел бы, если можно сказать, почему Благовещенский собор мы начали. Потому что, во-первых, наш собор освятил сам святейший патриарх Кирилл. За прошлым году приезжал, это огромная радость. Там мощи Митрофания Воронежского. В этом соборе, да? Да. И этот собор, он построен, он воскрес в память о многих убитых, разрушенных храмах и соборах в городе Воронеже. И вот много-много лет он восстанавливался. Вот это такое знаковое, да, событие для Воронежа? Да, это такая визитная карточка да, нашего духовное такое ядро, центр, собора, да, Воронежа. И создана песня, и клип создан по благословению владыки нашего Сергия, митрополита Воронежского и Лисинского. Вы говорили, что у вас фестиваль проводится в Воронеже. Да, также по благословению владыки Сергия проводится фестиваль «Ковчег» уже 11 лет. И я бы вас хотел бы пригласить, потому что ваши передачи мы слушаем. Мы рады, что вы поддерживаете всех авторов, исполнителей духовной песни. Я вас приглашаю в октябре 2014 года в качестве гостя. Спаси Господи. А вы нам что-нибудь еще исполните? После фестиваля «Ковчег», когда это движение пошло по России, меня пригласили в Витебск. Там есть также очень хороший фестиваль, миссионерский, «Адигитрия». И попросили написать гимн этому фестивалю. И в контексте единства братских народов. Украина, Белоруссия, Россия. И сейчас, очень. Да, вот в контексте беды, да. То, что на Украине. Мы едины. Земля, Святая Русь, незакончена живая литургия. Мы не плачем, мы так молимся за Русь. Не разделите славянские народы, нашу дружбу никогда не победят. Наше братство во Христе, в лучах свободы, все святые не сдаваться нам велят. А расколы
заживут на теле Божьем. Нам нельзя предать воскресшего Христа, даже если крестный ход по бездорожью и душа распята тяжестью креста. Наши свечи не погаснут до рассвета. Наша вера из апостольских веков. Мы свидетели из Нового Завета. Православие — единственный покров. Украина, Белоруссия, Россия. Россия, белорусы, Украина! В книге жизни есть печать «Святая Русь». Не закончена на небе литургия. Мы не плачем, мы так молимся за Русь. Спаси, Господи. У меня ваша песня такие теплые, хорошие чувства навеяла. Видно, что вы все делаете искренне. Спасибо. Вот. Отец Анатолий, да. Я, пользуясь нашей передачей, приглашаю вас также на фестиваль «Адигитры» в Витебске, Белоруссии. Это очень также, я бы сказал, уникальный фестиваль миссионерский. Он объединяет православную молодежь Украины, Беларуси, России и взрослых. Приезжают авторы, барды, исполнители 1-4 августа. Витебск. Как председатель жюри, как художественный руководитель, я вас приглашаю. И Витебск, и Воронеж на Ковчег. Спасибо, Господи. Если меня Владыка отпустит, сейчас хотел сказать вам тоже, порадовать вас. Вчера была первая служба в храме, который сейчас с Божьей помощью возрождаю в Осиновой роще, Василия Великого. Вчера была первая литургия. Я там настоятелем являюсь. Было много причастников, много прихожан пришло. Это для меня великая радость. Я сейчас нахожусь в таком восторге. Я немножко привязан к храму. Может быть, я кого-то отпрошусь или кого-то попрошу, чтобы послужил с превеликим удовольствием. И, продолжая передачу, хотел вас спросить, как возникло так, что вы стали петь песни? Что побудило вас? Я знаю, что у вас есть образование религиозное. Как это вот какой-то сплав? Ну, во-первых, я болен, как и многие барды, авторы, как говорил мой наставник в авторской песне Анатолий Костин и Юрий Лорос, ты болен авторской песней. Это такая, как бы, творческая, я бы сказал, болезнь в хорошем смысле. И, конечно же, любовь побудила писать песни, творить. А когда я воцерковлялся, когда закончил духовную семинарию, конечно же, рождались и духовные песни, и молитвы, и посвящение России, посвящение святым отцам, отцу Серафиму Тяпочкину, отцу Николаю. То есть хотелось и выразить. У вас большое творчество, вообще объем вашего творчества? Это очень много дисков, песен. Вот я вам сегодня подарил. То есть вы постоянно находитесь в творческом таком состоянии? Да, это творчество и мое служение, и моя работа, концертная гастрольная деятельность. У вас вся жизнь посвящена этому, да? Это такое миссионерское сейчас состояние. Это, да, главное дело моей жизни. И, конечно же, концерты носят миссионерский характер. Я считаю, что вот все мы православные, барды, исполнители духовных песен, у нас такая здоровая миссия. Мы несем живую веру, живого Христа очень важно нести, живое православие. Я то, тоже считаю, что сейчас вот не только в рамках храма нужно, вот проповедь нужна, а надо выходить за рамки храма, надо вот, потому что многие люди проходят мимо храмов, надо где-то участвовать и даже в светских мероприятиях, нести Слово Божие. Конечно, нужно идти в мир. Человек с песнями. Это затронет, да, и что-то откроется душа через поэзию, через песню. Это очень важно. Конечно, но творчество очень важная миссия. Возможно, миссия призывать людей к Богу, вести их в православную церковь.
Спасибо, Господи. Еще что-нибудь? Отец Анатолий, я бы очень хотел, чтобы вы песню, вы же бард, вы автор, у вас есть какие-то песни? Может быть, что-то новое? Пожалуйста, если можно. Я хочу сказать, что я сейчас... Поделитесь. Сейчас у меня такая ситуация возникла. Я 20 лет не играл на гитаре, не пел ничего. Для меня это какой-то, я сам для себя такой запрет. А сейчас я опять вышел на сцену, потому что храм строю. И вот мне вот эта передача и мои концертные выступления помогают храм строить. Как это ни парадоксально. Вот, и сейчас все мои старые песни закончились, и мне приходится сейчас писать новые песни. У меня 4 встречи лаврские каждый месяц, и мне приходится писать. Я придумал такой выход, я стал писать миниатюры. Песни-минутки, в которых можно как бы задать вопрос, какой-то образ повесить, так, ну, тему для размышления. И скрыться. Ну и с другой стороны, я даю возможность раскрыться людям, с которыми. Я же не буду здесь превалировать, чтобы не занимать вот внимание, а чтобы конечно, полностью переключиться. Конечно, вам благодарность за то, что вы открываете вот, новые имена. Я сейчас, вот, у меня каждая, получается, передача премьера новой песни. Эту песню я написал вот буквально 2 дня назад, и я еще не выучил текст, еще не наиграл. Но у меня такая смелость. Так что не судите строго. Сейчас она называется песня «Если бы я плакал по ночам». Если бы я плакал по ночам, если бы я радовался утром, днем бы был решительным и мудрым, вечером побольше бы молчал. Если бы любил своих врагов, если бы за ближнего молился, я тогда бы с синим небом слился, скрылся от налогов и долгов. Только вот гордыня не дает, на ногах пудовые оковы. Жду, когда божественное слово снова позовет меня в полет. Если бы я плакал по ночам, если бы я плакал по ночам, если бы. Спасибо. Спасибо, Господи. Вот такие, я так выражаю свои чувства. Рождаются у меня сразу, буквально, не знаю даже откуда. Я куда-то иду на кухню, вдруг вспомнил, я бегу быстрее, схватываю гитару, включаю телефон, потому что там диктофон. И тут же записываю, и опять бегу на кухню. От избытка сердца говорят уста. Спасибо, Господи. Вот так, мне кажется, что все должно быть просто и естественно. Вот, как душа требует. Вот главное давать своей душе вот так проявляться. А вот грехи, вот, то есть несоблюдение, можно сказать, заповедей Божьих человеку мешает. И в творчестве, кстати, нужно быть чистым. А вот мы, да, сейчас и в данный момент, и вообще вот в жизни, мы должны быть как проводники. Если Господь посылает благодать, и она должна без искажений проходить дальше. Мы ничего не должны добавлять своего. Это не должно быть ярмарки тщеславия. Все должно быть естественно и просто, и с любовью. Ну, в вашем творчестве это чувствуется. Искренность очень важна, да? Очень важна искренность. Спасибо. Всем, да. И позвольте здесь добавить, что очень важный принцип православного миссионера, а да. Мы с гитарами,
православные миссионеры в той или иной степени, именно вот делиться своей верой, любовью, творчеством, жизнью, а потом и молитвой, и таинствами, и церковной жизнью делиться. Именно делиться от избытка сердца, от полноты. И мы это, как можем, делаем. И вы, спасибо. Спасибо, Господи. Что-нибудь у вас еще есть? Да, есть песни молитвы. Угу. И когда я читал житие нашего очень почитаемого святого Серафима Саровского, вы помните, вы знаете, к нему являлась сама Божья Матерь. Угу. Я подумал, вот это да, сама Божья Матерь являлась, как старцу Селяну Господь являлся, Христос, мы знаем. Я подумал, может, мне бы когда-нибудь явилась так вот Божья Матерь, такое было дерзновенное мышление, и родилась такая песня, молитва «Жду, когда, Мария, явишься». Жду, когда, Мария, явишься теплым светом на заре. На мгновение останешься на проснувшейся земле. Обогрей наш мир молитвами, в мое сердце загляни. Потерялся там за книгами голос веры и любви. Потерялось в нем пророчество и застыла благодать, затаилось одиночество, научившееся ждать. Но с годами сердцу хочется победить любовью зло, помолиться у источника, ощутить твое тепло. Чаще к старости, когда жизнь вся пробежит, помоги же нам по вере жить, из темниц освободи. Я хочу, как сын твой, добрым быть, и как он людей. Хочется вас еще расспросить, вот нынешнее ваше появление в Петербурге, какие впечатления вы получили? И два вопроса сразу в одном. И что вы планируете здесь, в Петербурге? Я понял, что вы не просто так приехали. Спасибо за вопрос, да. Вчера мы были в вашем прекрасном театре «Странник». У меня там тоже, да. Да, у вас там презентация, мастер-класс. Творческие мастерские. Мы смотрим, да, мастерские, спасибо. И мы договорились о сольном концерте с художественным руководителем 31 октября. В Санкт-Петербурге будет там наш с Анной. Да, надо приглашать концерт. Жителей Петербурга. Да, мы вас приглашаем, и жителей, конечно же. Петербург мы очень любим, очень уважаем владыку Назария, потому что он начинал и поддерживал фестиваль «Тигитры» витебские. Вместе мы делали с Ириной Скорик у вас фестиваль «Невские купола», первый, второй. Поэтому мы Санкт-Петербург очень уважаем, любим и дружим с Александром Невской лаврой. У нас там было два концерта. До этого мы приезжали осенью, зимой. И вот впервые мы у вас, такой теплый у нас прием летний.
Господи. А так вот по России, в каких городах бываете? Да, самые разные. Концертно-гастрольная деятельность самые разные. И Москва, и Курск, Орел. Белгородчина. Белгородская область, практически вся. И Липецкая область. Как складывается? А такая жизнь обыкновенная. Что вы делаете там в Воронеже? В Воронеже я открыл свою школу для взрослых и молодежи, школу становления и развития креативно-творческой личности, так как я еще мастер спорта по шахматам, тренер высшей категории, воспитал чемпиона мира в свое время по шахматам. Накопился большой такой педагогический опыт, творческий опыт, плюс духовная семинария, и я вот сделал 4 программы. Как стать творческой личностью, как стать гениальной личностью. Здесь опора на книгу «Как стать гением» Альтшулера. Может быть, слышали, Генрих Саулович, это наш великий изобретатель. Как стать предпринимательской личностью в наше время, это очень важно. Как создавать творческие проекты. И как стать... духовной личностью. Как стать духовной личностью, конечно же, на базе православной церкви, чтобы люди в секты не попадали и так далее. Да, интересно. Да, и вот эта школа, вот сейчас итог моей жизни, уже школа работает 2 года. Мы помогаем людям прийти в церковь православную, а там уже воскресные школы. Так, получается, что вы светских людей таким образом собираете? Да, конечно же, да. Креативных людей, да. А потом... сделаем их духовными. Понятно. Интересно, да. Ну, конечно, это не фабрика звезд креативных и так далее. Это вот я просто делюсь, опять-таки, своим опытом, потому что я тренер, не могу не делиться. Все, Господи. Мне очень рад был вас здесь встретить, в нашей студии. Хочу пожелать вам Божьей помощи в вашем творчестве, чтобы развивались, чтобы несли Слово Божие. Позвольте в контексте вот пасхальных дней прочитать стихотворение о Христе. Да, пожалуйста. Пасхальные дни. «За красотой и мощью мира есть лик воскресшего Христа. Его божественная сила, его любовь и чистота. Он с нами тих и осторожен, как свет иконы в темноте. Он, как таинственный художник, спасает веру на холсте. Он на холсте большой вселенной оставил жизнь и узкий путь. И пусть дорогою священной все верные к нему идут». Спасибо, Господи. Дорогие наши зрители, на этом наша передача подходит к концу. С вами был священник Анатолий Першин, ее ведущий, и наши гости из Воронежа, Сергей Гребенников и Анна Мит. До свидания, Божьей всем помощи, ангела-хранителя.